В Димитрове стартует проект «Миллион для инициативной громады». Инициатор проекта – секретарь Димитровского горсовета Александр Брыкалов при поддержке депутатского корпуса. С августа по сентябрь все жители Димитрова могут выступить со своими инициативами и предложениями по благоустройству родного города. Сообща, объединенными усилиями громады и власти при финансовой поддержке горсовета в сумме 1 миллион гривен в Димитрове по твоей инициативе и участии будут выполнены работы по благоустройству дворов, улиц, микрорайонов. Свои предложения ты можешь высказать на встречах жителей с Александром Брыкаловым и депутатами горсовета. Не упусти прекрасную возможность решить давнюю проблему. Приди на встречу и прояви инициативу. К лучшему только вместе.